Вот такой вот фуджитсу. Чистый японец. Клавиатура, видите, какая. Русские буквы наклеены, но иероглифы остались. Так, нет заглушек крепления клавиатуры к корпусу, но роли не играют. Так, регулятор яркости экрана, еще механический, как у всех древностей. Так, внешне вроде ничего. Так, царапинки есть. Так, теперь смотрим. Так, перед, соответственно, с аккумулятором. Одной рукой неудобно. Так, флопик. Сюда вот также устанавливается взамен флопика, может, CD-ROM. Так, здесь у нас звук с регулятором громкости механическим, сопротивлюшечка, клавиатура, это разъем под питание, отсутствующий выключатель, замочек какой-то нарисован, не знаю. Так, сзади COM-LPT и VGA. А, инфракрасный порт еще есть. Так, крышечки колотые, видите, уголки. Так, PCMCI. Все, наличие. Так, а, это, господи, это, наверное... Вот, сейчас покажу. Наверное, так, не знаю, что такое. Какая-то, это разъемчик, наверное, на внешний CD-ROM какой-то. На внешний или флоп, или CD-ROM. Вот разъемчик. Так. А это и есть по бокам разблокировка. Вот аккумулятор съемный. Вот. Аккумулятор. Наличие. Зарядного у меня к нему нет, так что проверить не могу. Даже не знаю, как подключиться. Так, сейчас. И флоп тоже снимается. Так, сейчас двумя руками попробую. Вот, отодвинул вот этот замочек. И флопик вынимается. Вот разъем флопика. То есть сюда есть сменный CD-ROM вставляется. Вот здесь в японских наклеечках. Эту куропись я читать не умею, так что
Прошу прощения. Ну, это и так понятно. Так, по году выпуска, ну-ка. Гарантийка есть. На ней ничего не понятно.